модель прогноза радиоактивного забруживания атмосферы, глебы и сельскохозяйственной продукции при эксплуатации АЭС. Белорусская атомная станция еще только будуется, а ученые уже зараз могут сказать, чего чекать при штатных и позаштатных ситуациях. Хоть занимаются они не только прогнозами, уже несколько годов ученые Института радиологии проводят мониторинг новокольного чародия каля АЭС. После початку эксплуатации станции отриманные данные станут своеобразным эталоном при проведении дальнейших доследований. Не застается поза увагой ситуация на территории, якая потерпела у выніку Чорнобыльской катастрофы. Не глядячи на то, что после аварии прошло 32 года, все проблемы тут покуль не вырешены. Наше государство, маленькое такое, сделало все возможное для того, чтобы минимизировать эти последствия. Я повторяю, не устранить, а только минимизировать. Если период полураспада цезия-137 30 лет, то, извините, весь он за это время не распадется. Сегодня науковцы пропонуют целый шерох распрацовок, выкористание яких дозволяет отримывать нормативно чистую продукцию у сельскохозяйственных предприятиях и приватном секторе. Иншая справа, что часто наладить серийную вытворчесть некоторых распрацовок вельми проблематично. У якости прикладу по час конференции демонструются брикеты для хатних живел. Их выкористание дозволяет снизить узровень цезия у молодца до 5 разов. Але после выпуску пробной партии вытворцы от дальнейшего сопрацовницы с учеными отмовились. Есть проблемы и с укоронением новых культур. Пайза, японская проса и цукровая сорга. Первая культура дает урожайность зеленой массы до 500 центнеров гектара, другая в уголе до 700. Менавіта ось гэтые узоры вырашаны ў Будакашалёўскім районе, хоць пакуль шырокага распаўсюджання на Гомельшчыне гэтыя культуры яшчэ не атрымалі. Удзельнікі канферэнцыі кажуць, што пры выкарыстанні навуковых распрацовак нават на часткова забруджаных землях сёння можна атрымліваць прыдатную для ўжывання прадукцыю. Іншая справа, што зараз задача больш шырокая, не толькі вырасціць, але і рэалізаваць, у тым ліку на экспарт. Урэшце гэта бадай адзіная магчымасць павышэння дабрабыту насельніцтва, якое пражывае на пастчарнобыльскіх тэрыторыях. Праўда, пакуль атрымліваецца гэта не ўсюды. Вопрос такой: себестоимость продукции, цена, качество и что ты имеешь, какую прибыль с этого. Потому что люди должны работать и иметь соответствующие деньги. Поэтому есть ряд вопросов по структуре посевов, по технологии улучшений, по другим моментам. И эти вопросы и рассматриваются на данной конференции. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».